Всем привет! Следующее задание в нашем марафоне. Это называется словесный салат. Вы берете какое-то известное крылатое выражение. Это может быть пословица, поговорка, строчка из песни и так далее. И заменяете слова в ней на синонимы или близкие по значению. Ну, например, плод от дерева укатывается недалеко. Яблоко от яблони недалеко падает. И так далее. Тот, кто отвечает правильно, может продолжить игру. Ну, в принципе, продолжать игру может любой желающий, но чтобы она была более такая азартная, можно говорить, что продолжать будет только тот, кто правильно угадает загаданные выражения предыдущего комментатора. Всем удачи!